Друзья, всем привет! Давайте эту неделю начнем с ножей стали Rex 121. Вот здесь все ножи, которые представлены на видео, сталь. Самая крепкая сталь, это именно она. Не, вот S390, конечно, там калится, да, там 70 единиц, ну не знаю, я ее калю 68. Но Rex 70 единиц твердости. Итак, давайте начнем, наверное, вот с этого ножичка. Это модель ножа, нож Барс. Вот такие вот ножны. Вот сам нож. Здесь он сделан с таким долом. Сведение 0,3. Литье Мельхиор. Такая вот подгоночка. Ручка стабилизированной карельской березы. Цена данного ножа 37 тысяч рублей. Да, как вы поняли, цена этих ножей не дешевая. Сталь американская. Аналогов она не имеет. Это нож Бурундук. Цена данного ножа 38 500 рублей. С такой вот всечкой. И такие вот ножны. В ножнах, ну, ножи в ножнах сидят примерно вот так. Чтоб я вам показал. Все ножи, соответственно, заточены. Вот следующий ножичек. Здесь такая вот сечка, охотник на медведя. Он как обдирочный, ну как обвалочный можно использовать. Такие вот ножны в комплекте будут. Цена вот этого ножа 37 тысяч рублей. Такой вот ножик охотник. В таких ножнах из кожи растительного дубления. Вставочка красный. Акрил, рукоять, корень ореха. Цена ножа 35 тысяч рублей. Вот еще ножичек. Тоже такие вот ножны в комплекте. Здесь дерево бакота, пины. Этот ножик, цена, вот он идет единственный со скидкой. Цена 30 тысяч рублей. Это из старых у меня запасов. Который был на выставке. Вот он у меня есть один. Цена 30 тысяч. Далее. Нож Барс. В таких вот ножнах. Здесь всечка Скорпион. Рукоять стабилизированный черный граб. Темный кориан. Цена данного ножа 40 тысяч рублей. И два Соболя. Первый Соболь. Рукоять стабилизированной карельской березы. Темная. Темно, даже скажу, темно-фиолетовая, что-то такое. С черным переливом. Ножичек не толстый, тоже разделочный. Вот такие вот ножны. Вот так вот он сидит в ножнах. Цена его 35 тысяч рублей. И вот еще такой ножичек. Тоже Соболь. Здесь всечка куницы. Рукоять стабилизированный граб, коричневый акрил. Такие вот ножны, цена его 35 тысяч рублей. Итак, всем, кому интересно, пишите WhatsApp, Viber, делайте скрин, то, что понравилось менеджерам там или мне, отправим вам день заказа. Всем спасибо, всем хорошего дня.